Привет, ветер, привет, наши зрители. Мы находимся в городе Бад Зальцуфлен. Это курортный городок. Здесь есть ярмарка, 30 тысяч населения. Но ярмарка круче, чем в любом другом городе почему-то. Здесь есть животные. Здесь есть бараны, бяши. Есть ослики и коровы. Вот такое здесь местечко веселое. Так что с вами был Алексеич из МотоМ для Мотобратана и для дневника ветра.